Дорогие друзья, добрый день. Ведем наш репортаж с глубокого Тарунчука, где на данный момент происходит вываживание крупного карпа. Сейчас посмотрим. Весом около 8 килограмм. Сева. Посмотрите. Вау. Сева, точно 8? Ну, 7 точно. 7 точно. А ну. Откуда знаешь? Ну, вместе с удочкой и под саком. Со мной вместе. С вами, думаю, семерка будет. Сева, только подошел к тебе, да? А вы, наверное, горох принесли, да? Ай, ты к Боре, ну. Ничего, ничего. Все равно мы его упустим, Сева. Покажи. Верхняя губа. Какой верх? Нижняя губа, Сева. Я просто его перевернул, он ко мне вверх. Опа. Ай, молодец. Упустим, ну, попозже, да, вот Сева? Такие вот. Конечно. А, хорошо, молодец. Сначала пожарим, потом выпустим. Как сначала пожарим, потом выпустим? Это не серьезно. Ну хорошо, сначала выпустим.